Удержался я. Это тоже сидит на клумбе рядом с елкой и мониторит проезжающие мимо машины. Вот прямо как из популярного мультика «Жил-был пес». Ну ты, если что, заходи. Папа сейчас снимает его. Да, красавец. Вот, к соседней клумбе подойдет. И вот так вот, в таком ракурсе снимет нашего Татоша. Он так уже сидит минут 10 и смотрит на проезжающие машины. Дай-ка папа поближе тебя снимет, красавца. Ты опять у нас со снежной бородой. Не скучно тебе здесь. У тебя здесь много информации ты получаешь. Да? Ну-ка. Дай-ка папа поближе. Поближе снимет эту заснеженную мордочку, красавица. Вот такой вот у нас Татоша. Сегодняшний день опять сегодняшний день у нас изобилует на ролики. Но сейчас целую неделю папа будет работать и снимать будет некогда. А вот вам Татоша под елочкой. Татоша под елочкой. А сугробы-то намело на, даже на клумбы вон какие. Вот здесь бегала Нави, прыгала. Но снег светочек не стряхнула. Татоша тоже старается аккуратно, чтобы елочкам было тепло зимой. Да, Татоша? Ну, у тебя даже на макушке снег упал. Да, на макушке. Ой-ой-ой, ну ты сегодня у нас забавный такой. Ладно, всем хорошего настроения, берегите себя. До Нового года осталось не так уж долго и много времени. А потом еще целый год будем ждать Новый год. Всем пока.